Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 22 октября. По одному из календарей славяне отмечают осенние деды. По народному месяцу слову Яков Студеный, древопилец. В этот день христиане чтут память Иакова Алфеева, одного из 12 апостолов, брата апостола Матфея, первый век. Кончается октябрь. Мужик с солнцем прощается, ближе к печке подбирается. А иначе нельзя. Покров уже попытался первым снежком землю побелить. Сергий к встрече зимы готовился, дороги литком мостя. Самое время заготовкой дров заняться, ведь говорят, что осеннее полено горит жарко, поскольку из него уже ушли все соки, а вешние и летние ему не чета, в них спорены нет. Да и в лесу, говорят, теперь безопасно. Лешие уже который день под землей на покой устраиваются. Некому теперь мужиков пугать, кружа голову, путаясь в ногах и заводя в непроходимые дебри. Так что запрягай, хозяин, бурку и айда в лес. С раннего утра по морозцу тянулись на Якова к ближнему ельничку-березничку крестьянские подводы. А помня о том, что короток октябрьский день, торопились мужики до темна со всеми делами управиться. Лес шутить не любит, да и боровой зимой тоже заводчиной своей строго смотрит. А где сам не управится, там его, да лешего помощники за порядком присмотрят. Маленькие, но шустрые и исполнительные деревянники, маховики, корневики, дубравицы. А чуть что, так и манила с уводилы к делу подключится. Тогда о дровах и думать забудешь, будучи одной заботой полон, как бы ноги унести. Да и деревья, которые мужики для порубки отметили, не такие уж тихоне, какими иной раз кажутся. При желании они и сами за себя постоять смогут. Говорят, живут в еловых и сосновых лесах дерева с буйным, необузданным нравом. На Купалу, например, они могут с места на место перейти, подобравшись к дому своего обидчика. И тогда не сдобровать человеку, который, гуляя по лесу, шутки ради, ободрал с такого дерева кору, поломал ветки или подрубил корень. Буйное дерево, попавшее вместе с другими в стену строящегося дома, рано или поздно попытается выбраться, обрушив стены и придавив хозяев. Брошенное в печку будет стрелять угольками, из-за которых ни одна изба сгорела, а если смастерить из него тележную ось, все время плутать будешь, долго добираясь до намеченного места. Не стоит рубить и старых деревьев, которые заслужили уже право тихо угаснуть на месте своего рождения, и тех, что жалобно скрипят, потому говорят, что в дереве этом человеческая душа мучается, а ее без пристанища оставлять негоже. Так что непростое это дело дров нарубить и никого не обидеть. А пока изрядно уже уставшие мужики решают столь непростую задачу, деревенские старушки, что покрепче, бродят по лесу, поднимая палками опавшую листву. Под ней, говорят, на Якова еще крепеньких груздей и сыроежек собрать можно. Ну а если грибов не найдешь, так ягодами лукошки нагрузишь. Их вон еще сколько, на ветках красуется. И рябина, и калина, и боярышник. Нередко на Якова выпадал мелкий град. Яков придет, крупицу пришлет, говорили в народе. Крупа в этот день появлялась и на столах. Крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или с салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей. Гости на печь глядят, видно, каши хотят, шутили по этому поводу наши предки. Но говорили и так: «На чужую кашу надейся, а своя бы в печи была». И добавляли: «Заварил кашу, так не жалей масла». Готовили и грибы. Их либо солили, либо тушили и подавали к ужину с картошкой.
А после трапезы старики малым детям загадки про дрова и печь загадывали. Шкаф большой, дверцы маленькие, кладут белое, вынимают черное. Дедушка старый, весь белый. Лето придет, не глядят на него, а зима настанет, обнимают его. Шуба в избе, рукав-то на улице. И примечали. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще 40 дней. Текло и замерзло, с крыш сосульки свисают. Осень протянется долго. Пока иголки с лиственницы не осыплются, снега не будет. А если он и выпадет, то все равно растает. Да добавляли. Чем пушистее заяц, тем скорее обморозишь себе нос. А по одному из календарей славяне отмечают осенние деды. Осенние деды – целая череда святодней, сопутствующих осеннему макошью. Раньше вся жизнь человека была связана с природными явлениями и носила циклический характер. Дни сменяются ночами, осень – зимою, проносятся годы и века. Движется, вертится неустанно коловрат Всебожья Родова, и мы – его часть. Осенние деды – поминальный день осенью. После утреннего славления шли на могилы к своим родственникам, на берег реки, несли им кушанья, которые они любили при жизни. В этот день поминали всех предков, независимо от их места захоронения. Перед дедами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Накрывший стол, хозяин дома рёк специальное слово. «Деды, приходите, с нами пейте, едите!» Приглашал всех предков на ужин. Перед ужином в доме открывались все двери, чтобы они могли заходить и садиться за стол. За столом поминали каждого предка по имени. Берегиня-мать должна приготовить особенные кушанья, которые когда-то любили деды и бабы. Над кушаньем должен быть пар, поскольку, как утверждают знающие люди, именно его предки и потребляют. Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше 5. Каждого блюда надо немножко отложить в отдельную тарелку и поставить к ней много ложек для духов. Стол убирать нельзя, все кушанья остаются на ночь. Рядом нужно поставить миску с водой и полотенце, чтобы души умерших могли помыть руки и вытереть их. Торжественный поминальный ужин длится довольно долго. Все вели себя сдержанно. Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода. Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах, их жизни, отдельных случаях и чертах характера. Вспоминались и слова, и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно. В этот день молодые семьи, которые зовут детскую душу к рождению, могут посоветоваться с предками, кого призвать в явь к рождению. Если в доме есть больные деды или родители, будьте особенно внимательны к ним, так как с этого времени и до Рождества они уже могут уйти. По завершению празднования хозяин провожал дедов, произнося: «Прощайте, деды, идите, с собой беду, болезнь и так далее, заберите, нас долго ждите». После дедов обычно приходит зима, покрывая землю матушку снежным покровом. Так происходит извечный коловорот жизни. Слава предкам нашим многомудрым! Братья месяцы.